Страшный диагноз – нейробластома надпочечника 4-й стадии. Алёше Кузнецову поставили в декабре 2018 года. Маленький мальчик прошел через нечеловеческие боли, от которых спасал только морфий. Перенес 2 семичасовые операции, 13 курсов химиотерапии, множество наркозов, пересадку костного мозга. Но он все еще остается ребенком, который радуется жизни и ценит каждый ее миг. Как дела у тебя? Покажи, покажи, как дела. Молодец. Леша прошел лечение по поводу нейробластомы в клинике имени Дмитрия Рогачева. Ответил на лечение, ему была рекомендована иммунотерапия. Алеша стал первым ребенком в России, которому ее начали проводить. Но после успешного курса мальчику внезапно стало плохо, началась тошнота и головные боли. Леша сделали МРТ. Обследование показало метастаз в левой лобной доле размером почти 6 сантиметров. Ребенок впал в предкомовое состояние. Леша подключили к морфину. Все было очень страшно. Готовила себя к самому худшему. Но, слава богу, московские врачи, врачи клиники Дмитрия Рогачева, быстро нас забрали на реанимобиле, доставили нас в Москву, экстренно прооперировали. Врачи провели трепанацию черепа, метастаз был удален. Но по результатам дальнейшего обследования был диагностирован рецидив центральной нервной системы. Были поражены очаги по оболочке головного мозга. Сейчас у него осталось 5 маленьких очагов. На данный момент мы прошли еще 7 курсов химиотерапии, поддерживающие, как можно сказать, чтобы не было роста. Далее планируется прохождение лучевой терапии на головной и спинной мозг. И все. Дальнейшего лечения в России, к сожалению, нет. Операцию, которая должна помочь Леше, проводят в испанской клинике. Там врачи смогут ввести антитела напрямую в центральную нервную систему. Но для этого нужно 18 миллионов рублей. С помощью неравнодушных людей уже собрано 7 миллионов. Испания готова принять с половиной суммы. То есть, когда у нас будет 9 миллионов, нам уже можно будет ехать, лететь и начинать лечение. Мы обычная семья, у нас нету такой суммы. Мы очень просим откликнуться всех, помочь нам спасти Лешку. Он очень сильный. Пожалуйста, помогите нам собрать эти деньги и вернуть ребенку нормальное, здоровое детство. Пока идет сбор средств, Леша проходит очередную химиотерапию. Он не сдается. Как обычный ребенок, он радуется каждому дню и играет в любимые игры. Семье осталось собрать 11 миллионов. Для родных мальчика это космические деньги. Мама до болезни сына работала в детском саду. Отец трудится водителем в аварийной службе города. Общими силами мы можем помочь Лёше победить болезнь. Средства можно перечислить в благотворительный фонд «Большие дела», который основан и полностью поддерживается инвалидами. Счет вы видите на экране. Средства также можно перечислить по СМС на номер 3443 с текстом «Дела 200», где 200 – сумма перевода. Но она может быть любой. Придет ответ на СМС, который надо обязательно подтвердить. Каждый из нас может подарить Алёше возможность жить.